Всем привет! Начинаем новую рубрику. Вопрос... Ответ. Вот. В этом вопросе-ответе просьба к вам задавать в комментариях к этому видео вопросы. Вопросы должны быть связаны с IT-сферой и с... То есть со всей со сферой IT и сферой программирования. Вот. На все вопросы, скажем так, я прочитаю. Но... Не обещаю, что я на все вопросы отвечу. То есть, к примеру, там вопрос, какая операционная система лучше? Какая ОС лучше? На него однозначно ответить нельзя. То есть, я могу высказать свое мнение, какая, на мой взгляд, операционная система и для чего лучше. Да, это тот вопрос, который имеет шансы, да, быть отвеченным, так сказать. Вот. Далее. Да, есть у меня комментарий, к примеру, по алгоритмам. Там был запрос алгоритм D. Вот. Алгоритм D звездочка. Я помню об этом, но не могу добраться. На это нужно уделить немало времени, так как нужно как минимум визуализировать это, чтобы все было доступно и понятно. Ну а перед алгоритмом D звездочка нужно алгоритм A звездочка, нужно еще DXtry. Вот, поэтому об этом я помню. Также были запросы там по поводу красивого кода написания и т.д. и т.п. Это тоже я помню. Но, так как очень мало времени, очень большая загруженность, то постепенно ко всему этому я подбираюсь. Поэтому будет хорошо, если это все будет собрано где-то в одном месте. И вот будут вопросы там, к примеру, интересует рубрика... Тамса, давайте я напишу. К примеру, самые популярные вопросы на собеседовании. Вот. По лайкам каждому из этому, ну, из комментариев, да, из вопроса, я буду понимать, что это действительно там вас интересует, и буду находить время и давать ответы. Вот, соответственно, пишем вопросы. Лайкаем те вопросы, которые вам нравятся, на которые вы хотели бы получить ответ. И ждем видео, ответы на вопросы. Поэтому всем спасибо за внимание. Жду ваших вопросов. Всем пока.